Посыпанные песком дорожки, чистые подъезды и ухоженные дворы воспринимаются как обычное дело. Но чтобы горожане жили в комфортных условиях, работники коммунальных служб прилагают немало усилий. Ежедневно в борьбу за чистоту вступают бригады дворников, уборщиков производственных помещений и мусоропровода. У большинства за плечами многолетний стаж. Некоторые трудятся более 30 лет. За это время каждый из них своими руками убрал не одну тонну мусора. Это работники, на которых можно положиться на все 100%. Ты дал им задание и уже на 100% уверен, что это будет выполнено. С каждой сменой сезона у коммунальщиков появляются новые заботы. Зимой они очищают улицы от снега и сбивают сосульки. Весной убирают с улиц песок, который зимой спасал от гололедицы. Уважать их труд и поддерживать чистоту совсем не сложно. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.